Корл Робертс и Кеннет Хейген прекрасно назывались о человеке, которого сегодня мы будем изучать. Они говорили, каждое служение становится известным стилем жизни его служителей. Джеко имел дар веры, великий дар веры, больше, чем у кого бы то ни было, о ком мы уже говорили. Джеко родился в марте 1918 года в Оклахома-Сити, в том же штате, что и я. Я родился в городе Тулса, находящемся в часе езды на юг от Оклахома-Сити. Его родители были одно время состоятельными людьми. Некоторое время они были спасенными, но затем отец неожиданно начал удаляться от Бога и играть в азартные игры. Вскоре он так заигрался, что в доме стало исчезать мебель и все сбережения. А потом даже не осталось денег на пропитание. Однажды Джеко увидел, как возле дома остановился грузовик и подумал, что это привезли им новую мебель. Однако машина пришла, чтобы забрать остатки мебели, поскольку отец в тот вечер начисто проиграл все. Мать была совершенно расстроена и решила забрать Джека и других детей к своим родителям в Пенсильвании. Через какое-то время муж приехал к ней, уверяя, что завязал с азартными играми, и просил вернуться. Он забрал из Пенсильвании их назад в Оклахома-Сити, но неожиданно для всех он снова начал играть. В этот раз у матери Джека Коу уже не было сил вернуться в Пенсильванию. Она не знала, что делать, у нее не было денег, и, очевидно, ей было стыдно за происшедшее. Она пришла к решению, что теперь не сможет надлежащим образом заботиться о детях. Она отдала своих детей в детский дом на полное их обеспечение. Что наложило сильный отпечаток на отверженности на формирующуюся личность Джека Ко. Впоследствии старые обиды более вызывали в его служении, когда отдельные люди отворачивались от него и не любили его. Проблема, на мой взгляд, заключалась именно в этом. Потому что, когда мать бросает вас, а ваш старший брат пытается перебраться в Пенсильванию, где он погибает, а вам даже не дают приехать на его похороны, тогда у вас будут большие проблемы эмоционального характера, если вы не получите эмоционального исцеления. У нас есть один эпизод, где Джеко поет на одном из своих собраний в палатке. Здесь вы увидите его личность, и он обязательно должен вам понравиться. Он был смелым человеком, немного резким, но обладающим великим даром исцеления. Иисус дает радость. Если вы приходите с верой к Нему, Он даст вам радость, и вы всегда останетесь удовлетворенны. И ваши надежды осуществятся. And it's fully satisfied. Well, it's written and it's read. That machine's out here. Well, that's... Ну, это уже хорошо. Но будет еще лучше. Скажите, аминь. И приезжайте в Пенсильванию, чтобы принять Духа Святого. Он не разочарует вас. Кто из вас верит в это? Кто верит, что Бог дарует радость? Неужели все? Смотри-ка, даже больные, хромые и ленивые согласны со мной. Я прошу каждого из вас, хочу увидеть улыбку на вашем лице. Спасибо. Требуется работа 14 мышц, чтобы улыбаться, и работа 48 мышц, чтобы хмуриться. Поэтому давайте улыбаться и петь. Я верю, что Бог дает мне радость. Я верю, что это правда. Я верю в это. Я сожалею, что некоторые люди не умеют радоваться. Я не называю это верой в Бога. Я называю это расстройством желудка. Вера не делает серьезного лица. На лице у нее улыбка, а в сердце песня. С ней вы идете домой и дарите поцелуй своей жене. А теперь давайте петь вместе. Я верю, что Бог дает мне радость. Well, it's written and it's real, and it's for you. It's the test that it's supplied, and it's fully satisfied. Well, it's written and it's real, like the kings of sea. Well, it's written and it's real, like the kings of sea. Well, it's written and it's real, and it's for you. The
best written rhyme, and it's fully satisfied. Well, it's written and it's real, that my Jesus feels. К 18 годам Джек Ко стал алкоголиком. Он сильно курил, и это стало причиной его проблем с желудком. Из-за этого он часто попадал в больницу. Бог не переставал обращаться к нему с призывом. Он призывал его проповедовать. Джек имел понимание того, что такое спасение благодаря своей матери. Однако он продолжал упорствовать. Быть может, по причине неисцеленных душевных ран и отсутствия материнской заботы. В итоге он дошел до такой точки в своей жизни, где врач сказал ему, что он умирает. Тогда Бог проговорил ему: «Я последний раз обращаюсь к тебе, если ты не ответишь сейчас, то ты не выберешься». Джек Коп со свойственной ему энергией схватил желтые страницы, нашел раздел церкви, выбрал первую из них и отправился в эту церковь. Там он собирался принять спасение. Так он оказался в церкви Назарянина. Он дождался, пока церковь откроется рано утром, и когда же она открылась, он зашел и получил спасение от Бога. У нас есть прекрасный эпизод, в котором он рассказывает о своем спасении. Я думаю, что вам это понравится. Я расскажу вам, как я получил спасение. Еще будучи неверующим, я знал, как ходить в церковь и говорить о любви, как благословлять людей, но Бог не был для меня реальностью. Но затем я получил спасение в церкви Назарянина, и мое сердце трепетало от волнения. Хотя они там никогда не говорили громко «Аллилуйя». Но я не понимал, как можно при этом не воскликнуть «Аллилуйя». Получив спасение, я выжил из церкви и закричал со всей мочи. Я думаю, что вы согласны со мной, когда такое происходит. Самой нормальной реакцией будет смех и радость. Затем я поехал к своей матери и рассказал ей. Я сказал ей: «Послушай, мама, я получил спасение». Мама сказала: «Говори потише, отец снова пьяный пришел». Я ответил: «Нет, мама». «Ну и что он пьяный?» Она сказала: «Его пьяного я уложила в постель». Тогда я на цыпочках пошел в гостиную и стал молиться за его спасение. Затем всю ночь я молил Бога дать мне смелость рассказать отцу, что я принял спасение. На следующее утро за завтраком я сказал: «Мама, вчера вечером я получил спасение». Она спросила: «Что с тобой?» Я сказал: «Ничего, мама, я получил спасение». Она сказала: «Ты что, не помнишь, что ты был крещен?» Я ответил: «При чем тут крещение в воде? Я получил спасение». Она спросила: «Что ты имеешь в виду?» Я сказал: «Я не знаю, но когда я с этим разберусь». И добавил: «Ты тоже можешь это иметь». Тогда мой отец сел за стол и сказал: «Тебе лучше закрыть рот». Но с этого момента мой рот уже было невозможно закрыть. Если мне говорят «заткнись», я только начинаю говорить больше. Тогда я регулярно ходил в церковь Назарянина. Я не мог понять, почему некоторые из них не имели радости, имея такого чудесного Бога. Однажды мама спросила меня: «Куда ты идешь?» Я ответил: «Я иду в церковь». Она недовольно ответила: «Ты только туда и ходишь». Я сказал: «Мама, когда я ходил на выпивку, ты мне ничего не говорила. А в чем же проблема, если я иду в церковь?» Она сказала: «Я думаю, что ты потерял голову из-за своей религии».
Я ответил: да, мама, и мне это нравится. Надеюсь, что вы тоже раз сюда пришли. Дальше она сказала: хорошо, тогда пусть твой отец тоже идет с тобой. Может, с ним что-то случится. И знаете, все так и произошло. О, спасибо, Иисус. Мы сидели все в церкви. Проповедник проповедовал, все шло своим чередом. Вдруг моя мама спросила меня: ты что, еще не идешь? Я ответил: нет еще. Она сказала: тогда дай мне пройти. Она вышла и пошла по проходу. Но вдруг что-то заставило ее остановиться. Она увидела, как мой отец со слезами подошел к алтарю. Она так и не смогла тогда уйти и сама расплакалась. Она не могла в это поверить, что это случится с моим отцом. Up she come with tears rolling down her cheeks and a smile on her face, and she said, "Jack, I've got it." Однажды, слава Богу, что мы можем возвращаться к Богу. Мой отец бегал от Бога, но тот ждал его, и в конце концов он его нашел. Как долго это не продолжалось, но в конце концов он сказал мне: "Джек, я тоже принял его." О, слава Господу за моего папу. Как-то мы зашли в бакалейный магазин. Мы всегда заходили туда по дороге, сделали какие-то покупки. Знакомые продавцы посмотрели там на мою маму и спросили: вы не похожи на себя, что с вами произошло? Это случилось уже после того, как она приняла Христа. Она ответила: это потому, что кровь Христа омывает меня. Когда я услышал это, я был без ума от радости. Когда продавцы в бакалейном магазине услышали эти слова, у нас завязалась беседа, которая потом закончилась общей молитвой с ними. Я стал проповедовать всем людям в моем городе. И через меня многие пришли в церковь. Я рад, что Бог мог так использовать меня. Иначе бы ничего не случилось. Спасибо, Господь. Я не хочу останавливаться. Если я вдруг остановлюсь, скажите мне об этом. Но я никогда не потеряю радости, приходящей свыше. Самое драгоценное, что я имею в жизни, это радость в Господе. Это радость в Господе. 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 Спустя год после своего обращения к Богу, он искал крещение Святым Духом и говорение на иных языках. Он говорил, что целые три дня не мог говорить по-английски, он мог только писать. Он полностью был погружен в божественную атмосферу. Как вы заметили, он был весьма яркой личностью. Нетрудно было полюбить его за то, как он проповедует. Когда он принял Святого Духа, он стал еще более импульсивным.
В то время Пёрл-Харбор подвергся бомбардировке. Джека был призван в армию, как большинство юношей. Там его неоднократно направляли к психиатру, поскольку считали, что с ним что-то не в порядке. Он делал две вещи. Не упускал возможности, чтобы поговорить с кем-то из солдат Христа и проповедовал перед целыми группами. Некоторым это не нравилось. Он продолжал проповедовать им, и они злились на него. Когда у него получалось пойти в увольнение, он мог пройти несколько миль, чтобы попасть на собрание в церковь. И это казалось для других чем-то странным. Но Джек ожил с Господом, хотел лучше познать Его, жаждал Его, и Дух Божий наполнял Его жизнь. Если вы наполнены таким образом, это будет выходить наружу. Вы видели это во время Его проповеди. То же происходило с ними в армии. Однажды Его спросили, «Ты когда-нибудь остановишься или нет?» Он ответил, «Я буду проповедовать постоянно, пока вы не уволите меня из армии». Они сказали, «Нет, мы не можем этого сделать», и поэтому приходилось мириться с проповедями Джека Ко. Спустя год и 3 месяца, когда он находился в армии, он нашел домашнюю церковь. Он принимал участие в ее служении. Он подошел к пастору и сказал, «Мое призвание проповедовать». Пастор ответил, «Хорошо, но здесь мы начинаем с детского служения». Джек Ко рассердился, сказал, «Я не призван к этому служению, призван быть проповедником». В таком состоянии Джек Ко отправился к дверям церкви. Но тогда пастор сказал, «Хорошо, ты не будешь учеником. Бог сказал мне самому быть твоим помощником. Итак, завтра ты начнешь делать то-то и то-то». Раз Джек Ко не хотел быть учеником, пастор сделал его детским пастором. Из детского пастора стал молодежным пастором, затем помощником пастора. И, уходя на пенсию, пастор рукоположил Джека Ко на пасторство в этой церкви. Таким образом, Бог может использовать людей. Сначала Он использует их на неприметных местах в жизни, но если вы покажете себя верным малым, со временем Бог вам даст возможность быть верным во многом. Если вы хорошо исполняете свое дело на неприметном месте, тогда помните, что Бог видит вас, и Он будет повышать вас. Так было в жизни Джека Ко. Он женился на прекрасной женщине по имени Вали. Это довольно смешная история. Когда он женился на ней, у него совсем не было денег. Они имели небольшое место жительства с бетонным полом, на котором и спали. Им приходилось поститься, прося денег на пропитание. Их медовый месяц прошел на бетонном полу без копейки денег. Так они постились не потому, что хотели этого, но потому, что были вынуждены. Я часто думаю о том, много ли есть молодых девушек, которые выходят замуж за проповедников или военных. Выходят за них замуж, а потом при переезде к ним обнаруживают, что там нет никаких удобств, мебели, а только бетонный пол и ни копейки денег. Многие ли будут готовы принять решение. Мы будем поститься, и Бог даст нам деньги и пищу. Я встречался с госпожой Ко и видел, что она замечательная личность. Она многое рассказала своему мужу о замечательном времени совместной жизни с ним даже в первые месяцы своего супружества. Джек Ко решает, что он должен проповедовать, и ему требовалась специальная подготовка для этого. Он поступил в Юго-Западный библейский институт, известный своими учителями. P.C. Нелсон был президентом этого института и учил в нем. Джек Ко начал лучше и глубже понимать Писание, духовные дары и как в них двигаться. В 1944 году Джек Ко был рукоположен на пасторство церквями Ассамблеи Божьей. Он развивался как личность. Как я уже говорил, он был весьма смелым человеком. Он не боялся людей. У нас есть еще один его эпизод, где проповедует Джек Ко. И вы сами здесь увидите его стиль проповеди. Я имею свободу проповедовать Божье Слово таким, каким оно есть. Если вам не нравится, как я это делаю, можете идти в другое место. Таким людям по душе больше лицемеры, усаждающие их слух. Пророк Исаия говорил, что эти люди приближаются к Богу устами своими, но сердцем далеки от Него. Существует много людей, для которых всегда нужно указывать, как приходить к Богу и вести себя в Его присутствии. Иначе они ничего не знают и не умеют.
Вам приходится повторять. Скажите все «Слава Господу!» И все говорят «Слава Господу!» Далее вы говорите. Вам говорят «Скажите Аллилуйя!» И все произносят «Аллилуйя!» Но при этом такие люди поступают, как дрессированные животные в цирке. Но я верю, что вы можете славить Бога без подсказки со стороны. Если желание славить Бога находится в вашем сердце, тогда вам не нужна подсказка, когда вам Его славить. Люди могут своими устами произносить слова хвалы Богу, но они не славят Его своим сердцем. Мы имеем много церковных обрядов, но в этом слишком мало христианства. Мы имеем просторные помещения, но в них так мало Бога. Аллилуйя! За последние 10 лет люди сильно отошли от Божьего Слова. Они пишут истории, басни, сказки. Они могут рассказывать миру о чем угодно, кроме о том, что говорит Господь. Сегодня церковь сама напоминает мир, а люди не видят другого примера. Если мир движется по дороге в ад, то где может оказаться такая церковь? Церковь проводит свои танцевальные вечеринки. И когда люди приходят с других вечеринок, они не видят разницы между ними. Церковь сама начинает торговать грехом. Табак, сигареты и другая мерзость продается в магазинах от церкви. И это дело рук людей, называющих себя Божьими детьми. Стыд и позор. Некоторые церкви даже не проводят регулярных служений. Они только организуют вечеринки, привлекая людей цыплятами и мороженым. И я скажу вам, что эти церкви дешевые, как цыплята или мороженое, которые они продают. И нам там нечего делать. Я считаю, что люди должны ходить в церковь, потому что они любят Бога. Потому что они желают быть омытыми и очищенными им. Грех распространился по всей нашей стране. Он проникает в наши дома и наши школы. И он может проникнуть и в нашу церковь. Если мы не встанем на колени и начнем просить Бога дать нам Духа Святого, и тогда дьявол не сокрушит нашей церкви. Мы говорим о безопасности в мире. Говорим о том, как сохранить их. Но не будет речи никакой безопасности, если церковь живого Бога не встанет и не начнет молиться за народ, и не защитит его от козни дьявола. Иначе он достанется ему. Нам нужны люди, которые неотступно и смело стоят на своем, молятся и ищут Божьего лица, несут пробуждение и открывают глаза слепым, поднимают хромых, заставляя их скакать от радости, а глухим открывают уши. Кто из вас верит, что я говорю правду? Скажите аминь. Все чаще можно видеть людей, проповедующих то, что нравится другим. Все реже можно слышать проповеди, обличающие грехи людей. Все больше холодных церквей. Там слышно пение хора, проповедь пастора, но не видно никаких перемен. Те же, кто слышит проповеди своего верного Богу пастора, обличающего их во грехах, советуют ему идти проповедовать в другое место. Люди не хотят слышать о том, что говорит им Библия. Они хотят убежать от того, что они сами называют кровавой религией, но я верю, что это Божье Слово. Это Слово Бога, который умер на древе и пролил свою кровь, чтобы я мог иметь жизнь и жизнь с избытком. Кто-то спросил,
Если в Библии говорится о божественном исцелении, тогда почему проповедники не говорят о нем? Я скажу вам, что они не говорят об этом по той причине, по которой они говорили во дни Иисуса на земле. Иисус открывал глаза слепым, заставлял хромых ходить и делал все, что велел ему его Отец Небесный. Это было не где-то далеко, в нашем своем мире. Когда простые люди принимали Иисуса, религиозные лидеры противились Ему. Я хочу, чтобы вы также помнили, что ни блудницы, ни пьяницы, ни разбойники распяли нашего Господа, но именно члены мертвой церкви пригвоздили Его ко кресту. Я не виню сейчас никого из проповедников, но они сегодня не говорят о божественном исцелении по той же причине, по которой они говорили во дни Иисуса. Говорю вам, что если вы против божественного исцеления, тогда вы не против Джека Ко или других проповедников вроде него. Если вы против исцеления, вы противитесь Слову Бога Живого. Иисус же и сегодня спасает и исцеляет. Он открывает глаза слепым, заставляя хромых ходить, а глухих слышать. Поэтому вы противитесь не мне, вы противитесь Божьему Слову. Оно побеждает духов слепоты и хромоты. И всех других, которые противятся действию Бога. Прослужив некоторое время пастором, Джек со своей женой решили, что они продадут свой дом и все свое имущество, что не принесло им много денег, и купят евангелизационную палатку. В те годы ее называли Холстяным кафедральным собором. В те годы, когда происходили собрания, не существовало больших залов на 20-25 тысяч человек. Тогда были маленькие залы на 2-3 тысячи человек, максимум на 5. Но они решили проповедовать повсюду. Люди верили им. Люди получали исцеление, приходили новые массы людей, потому что, чтобы ездить по стране, поэтому они купили свою палатку. Давайте теперь на минуту отвлечемся. Я думаю, что для нас будет интересно заглянуть в историю и поговорить о том, что мы называем пробуждением голоса исцеления. Основной упор в этом пробуждении делался на божественное исцеление. Я помню, как Эми Макферсон и Смит Вигглсворт проповедовали об исцелении на открытом воздухе. Но что-то большее происходило в 40-е и 50-е годы с проповедью об исцелении. Проповедь исцеления была главной составляющей Божьего Слова. Спасение, в первую очередь, но вторым по важности было исцеление, проповедь которого, подобно океанской волне, покрывала всю землю. Если в то время вы находились на служении, ваша задача была даже не только сама проповедь, сколько молитва за больных. Гордон Линдси, с которым мы познакомились раньше, был человеком, который брал на себя подготовку более 150 исцеляющих служителей за тот период времени. Журнал под названием «Голос исцеления» он рекламировал готовящиеся собрания. Он помещал туда свидетельства людей и рекламу книг. Сегодня подобная работа ведется в журнале «Харизма», а в те годы это делалось в журнале «Голос исцеления». Таким образом, Джек Ко вскоре стал одним из самых почитаемых людей. Вы можете судить об этом по его манере откровенно говорить. Он был смел, а иногда пересекал черту дозволенного, говоря, о ком-то нравилось это тому человеку или нет. Возможно, сегодня в наших проповедях некоторые из его методов не оказались бы лишними. В 1950 году Джек Ко услышал, как Господь проговорил к нему, сказал: «Если ты прибудешь в смирении, я могу сделать гораздо больше через тебя». События начали разворачиваться с новой силой. В 1950 году он начал строить детский дом. Он всегда испытывал сострадание к сиротам, потому что был период времени, когда мать больше не могла заботиться о нем самом. Часть жизни его прошла в детском доме, потому что своим долгом построить дом для тех, чьи родители умерли, оказались в ситуации, как его собственной. Многие из мальчиков и девочек, о которых он проявлял заботу, говорят сегодня о нем с большой любовью.
Мы знаем историю о молодом человеке, которого Джек Пол отговаривал ехать с друзьями на машине. Друзья должны были приехать за ним, и Джек Пол дал разрешение, но потом он почувствовал, что что-то не так. Он сказал: «Мне кажется, что ты не должен ехать». Подросток сильно расстроился и обиделся. Он сказал: «Вы дали слово. Что еще нужно? Вы обманули меня» и так далее. Джек Пол сказал: «Нет, ты можешь ехать сам, но я хочу, чтобы ты не ехал с этими людьми, с которыми ты собрался. Я могу сам отвезти тебя». В итоге парень успокоился и сказал: «Я поеду с вами». Джек Пол поехал следом, и когда он проезжал по улице, он увидел машину скорой помощи, а также машину друзей, врезавшуюся в столб, где должен был ехать тот парень. Все люди в машине были мертвы. Джек Пол сказал: «Бог сказал мне об этом, и поэтому я хотел спасти твою жизнь». Парень начал обнимать его и благодарить Бога из Джека Коза за то, что он не разрешил ему ехать и спас его жизнь. Мы видим большое сострадание в его работе. Также, мне кажется, интересным его служением. В те годы существовало две крупнейших палатки. Одна из них принадлежала Орлу Робертсу, а вторая Уильяму Брэнаму. Это были две крупнейших палатки, и у Орла Робертса было больше. Когда же Джек Коу приобрел палатку, он был Коле, наверное, на несколько метров дальше Орла Робертса. Его палатка была известна как крупнейшая в мире евангелизационная палатка. В те годы между ними были споры о том, чья палатка больше. Они были еще не совсем зрелыми служителями. И Джек Коу говорил: «Орл Робертс имеет такие-то размеры, мы сделаем еще больше». Как-то я встречал Орла Робертса и спросил его: «Что там был за шум вокруг ваших палаток? И у кого она была самая большая?» Орл Робертс благородно ответил: «У Джека Коу, наверное, была больше всех. Если бы вы знали Орла Робертса, вы бы поняли, что это один из самых славных и смиренных людей всех, кого я встречал». Он сказал: «У Джека Коу было больше». И он не хотел об этом говорить больше ничего. Он сам был великий человек, и он постарался закрыть эту тему для разговора. Но в те далекие годы у них были серьезные конфликты, которые Гордону Линдси приходилось урегулировать. Ему приходилось примирять великих евангелистов между собой. Манера проповедования Джека Коу становилась часто причиной его конфликтов с пятидесятническими деноминациями, ассамблеями Божьими, церковью Божьей, святостью Пятидесятницы. Между ними не было дружеских отношений, когда он проводил свое собрание, потому что его манера служения палаточного проповедника не было похоже на то, что эти деноминации считали правильным и приемлемым. Я думаю, что и он, и они были в чем-то правы, а в чем-то нет. Оглядываясь в историю, я считаю, что кое-что из того, что говорили деноминации, было правильным, тогда как другое неверным. Поэтому они не могли примириться и постоянно пререкались. Джеку Ко приходилось много сражаться с ассамблеями Божьими. Он приехал в Спрингфилд, штат Миссури, и поставил палатку и проповедовал там. И в конце концов, им это так не понравилось, что они исключили его из своей деноминации, потому что не могли больше с ним мириться. Казалось, что Джеку Коу нравилось драться с кем-то. Я думаю, что, будучи в детском доме, ему приходилось сражаться за выживание и за чувство отверженности. Поэтому он сражался за выживание. Такие же сражения были в его проповеди. Он не возражал против хорошей драки. Он не был против опасной страницы газет. Большое собрание событий произошло в его жизни, когда он находился в Майами. Этот город в то время находился под влиянием евангельской деноминации Церкви Христа, бросавшей вызов исцеляющим евангелистам. Они хотели бросить его в тюрьму и вели против него газетную войну, говоря: «Если вы докажете, что получили исцеление, дам Орлу Робертсу $5,000, Джеку Коу $10,000. В те годы палаточные проповедники делали удивительные вещи. Они могли служить целую ночь. Противники Джеку Коу вели против него войну в газетах и добились ареста за лечение людей без надлежащей на это лицензии. В Майами устроили суд. У нас есть фотография Джека Коу за решеткой. Его последователи пикетировали здание суда транспарантами: «Отпустите Джека Коу». Я бы с удовольствием побывал в Майами, когда все это происходило. Его защитники срочно пригласили других исцеляющих евангелистов, чтобы выступить в защиту божественного исцеления, чтобы они завершили чудеса перед судьями, стряпчими, журналистами и скептиками. Гордон Линдси выступил со словом в поддержку основания для божественного исцеления. Другие тоже были там, и они начали совершать чудеса прямо там на месте. К ним приводили больных, и те исцелялись. Исцеления были не только внутренние, но и внешние, так что люди
люди могли это видеть. Наконец они сказали: мы показали вам это, теперь отпустите Джека Ко, и мы поставим точку. И Джека Ко освободили прямо из зала суда. Это событие получило название божественного исцеления в суде. У нас запечатлены несколько фрагментов, где люди стоят в очередь на молитву Джека Ко. Когда он молился за больных, он иногда себя вел как Уиклсворт. Он был резок, иногда мог ударить кого-то и говорил: «Ты исцелен», и шел дальше. В другом случае он мог врезать кому-то по спине, после чего спина исцелялась. Это не было похоже на нежное прикосновение к лбу со словами «прими исцеление», после чего человек падал. У него это выглядело иначе. Надеюсь, что вам понравится следующий эпизод. У этого человека рак горла, и он не может говорить. Кто-то из вас верит, что Бог может восстановить его голос? Вы верите? Господь, во имя Иисуса исцели его от рака горла. Во имя Господа Иисуса Христа дай этому человеку своими устами славить тебя. Я повелеваю тебе во имя Иисуса сказать: слава Господу! Слава Господу! Я повелеваю тебе во имя Иисуса сказать «Аллилуйя». Я повелеваю тебе сказать: «Я люблю тебя, Иисус». Аминь. Идите и прославляйте Бога. Спасибо за упражнение. Как долго это у вас? С самого рождения. Вы верите, что исцеление придет сегодня? Господь, во имя Иисуса, забери этот недуг. Я верю, что сейчас Бог исцеляет, исправляет и приводит все в совершенный порядок во имя Иисуса. Вы почувствовали что-то, правда? Господь, яви Твою славу. Давайте я посмотрю. Вам это нравится? Повернитесь вокруг. Поднимите руки и прославьте Бога за совершенное чудо. Ради имени Своего, Боже, исцели эту женщину силой Своей. Господь, исцели ее от затвердения артерий. Господь, коснись ее Своей силой во имя Иисуса. Аминь. Ощущаете ли вы, что ваше тело не гнется? Да, это ощущение по всему телу, оно начинается с вашего позвоночника и ног. Он у вас совершенно не гнется, это правда? Давно это у вас? То же самое было у Джеки Роуз. У нее случилось такое же несчастье. Она побывала во многих больницах, но в конце концов она сдалась. Ее спина не сгибалась. Теперь во имя Иисуса начинайте сгибаться. У вас получается. Вверх, вниз, вверх, вниз. О, я чувствую себя намного лучше. Вы теперь можете сгибаться, правда? Вам больше... Идите и прославляйте Небесного Отца. Рак сердца? Как часто вы ощущаете подобное? Я думаю, что вы верите, что рак от дьявола. Я считаю, что то, что отнимает жизни людей, должно быть удалено, и это рак. Кто из вас верит в это? Скажите аминь. Кто видит раковую опухоль на этом лице? Господь, во имя Иисуса Христа, убери этот рак силой Своей. Что-что? Посмотрите, вот он здесь. Забудьте о нем теперь. Аллилуйя! 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 О, спасибо, Иисус! Как давно у вас этот рак? Несколько месяцев. Он оставался долгое время в неизменном состоянии. Зато теперь его больше нет. Вот смотрите, он у меня в руке. Прославьте Господа. Попробуйте проглотить.
Опухоль ушла, слава Богу. Боль больше не вернется. Поднимите руки, прославьте Бога. Я вижу, что вы, как вы страдаете. Но Бог заберет всякую боль, которая у вас внутри. У вас болит желудок. Так что даже больно прикоснуться. Теперь будьте готовы. Вы больше не почувствуете боли в желудке. Иисус, во имя Твое, я приказываю этому желудку исцелиться. Убери оттуда всякую боль, всякую режущую боль. Прямо сейчас, во имя Иисуса. Господь, вы чувствуете? Попробуй. Аллилуйя, Господь. Сожмите живот руками. Дух смерти, мучивший его многие годы, я приказываю тебе убрать свои руки от этого человека. Я приказываю тебе убраться. Не смей больше его мучить. Я повелеваю этому человеку видеть и говорить во имя Иисуса. Подождите минутку. Вы слышите? Скажи, ребенок, мальчик, мама, еще минуточку, ребенок, мальчик, мама, ребенок, мальчик, мама. Бог, несомненно, открыл эти уши. Иногда, когда человек глуп долгое время, ему необходимо научиться говорить членораздельно. Разумеется, что этот молодой человек был исцелен, но нужно время, чтобы научиться говорить членораздельно. В те годы, во время духовного пробуждения голос исцеления, начали происходить вещи, которые оказали влияние на весь христианский мир в Америке и других частях мира. Началась проповедь Божьего Слова по радио. Многие исцеляющие евангелисты выступали по радио по всей Америке. Джек Ко начал свое служение на радио, и 100 радиостанций передавали его проповеди во время, когда он молился за больных. Далее стали появляться новые возможности. Впервые это пришло в голову человеку по имени Рик Саббард. Он предложил Орелу Робертсу. Это было телевизионное служение. Начало служения телеевангелиста приходится на это время. Орел Робертс дал свое добро на это. Он сказал, поместим сюда видеокамеры. Он начал интересоваться, спрашивать, возможно ли такое. Но люди с телевидения сказали, что невозможно будет поместить камеры и прожектора в палатку. Но Робертс сказал, нет, это возможно. Так они стали искать и работать над этим, и в конце концов нашли, как это можно сделать. Так началась телевизионная евангелизация. Орел Робертс начал проповедовать и молиться за больных с экрана телевизора у них дома. И к нему приходило все больше людей. Джек Ко сказал, если Орел Робертс может это делать, если Саббард может это делать, если другие могут это делать, то могу и я. Он начал свое телевизионное служение, и благодаря этому мы располагаем этим прекрасным фрагментом, где он проповедует перед своей аудиторией, перед людьми, стоящими к нему в очереди. Я считаю телевидение прекрасным средством проповедования этому миру. И я считаю, что каждый служитель, имеющий дар от Бога, должен воспользоваться телевидением. Можете представить себе, как это было первый раз. Вот вы сидите дома, обедаете, затем включаете телевизор и видите, как проповедует Джек Ко, Орел Робертс. И все они говорят вам о спасении, как Бог желает исцелить и поднять вас, и вы видите очередь людей на молитву. Когда началось служение исцеления, на телевизионных станциях существовали требования, согласно которым судьи и юристы присутствовали и следили за тем, чтобы никто не говорил противозаконного, чтобы не показывали сцену убийств. Поэтому палатка Джека Ко всегда присутствовали судьи. Джек Ко подходил и молился за них, и затем поднимался на сцену. Вы просите, почему он это делал? Я думал, что у него была всегда очередь длиной 3 километра. Поэтому, если бы ему пришлось молиться еще и за них, то у него просто бы не хватило сил.
На служениях Орала Робертса эта очередь притягивалась на милю на каждом собрании. И еще оставалась 5-километровая очередь тех, за кого он не успевал помолиться. Люди, за которых он молился, приходили из различных деноминаций, а также из неденоминационных объединений и даже нехристиане. Они видели чудеса, они видели, как работает Бог, и они с женами и детьми шли на большие жертвы, чтобы попасть на эти собрания. Однажды, по рассказам сына Джека Ко выстроил в ряд около 20 людей в инвалидных колясках, и затем брал их за шиворот одежды или платья и выдергивал из этих колясок, говоря: «Ходите». Все, кроме 6, начали ходить. Он говорил: «Вы не ходите, потому что не имеете веры. Я смотрю на тех, кого Бог исцелил, но я вижу тех, кто не получил исцеления. И я бы не стал говорить людям то же самое, что говорил он в этой ситуации». Но такого уж был Джек Ко. Женщина, которую он упоминает, Джеки Роуз, имела коросты по всему телу. И когда он помолился за нее, Бог дал ей совершенно новую кожу. Она прожила долгую жизнь и даже пережила самого Джека Ко как свидетельство Божьего исцеления, которое не отнимается у человека. Джек Ко выпускал собственный журнал под названием «Вестник исцеления». Большинство проповедников пользовались услугам журнала Гордона Линдси под названием «Голос исцеления». Но Джек Ко хотел идти собственным путем, и поэтому также издавал собственный журнал. Также он вел переписку с несколькими тысячами людей, и они поддерживали его журнал, поездки, детский дом и многое другое, чем он занимался по всему миру. Джек Ко умер, будучи далеко не в преклонном возрасте. Он умер молодым, когда его служение находилось в самом расцвете. В декабре 1956 года он подхватил болезнь, диагноз который был поставлен с опозданием, и уже через несколько недель он пошел на небеса. Представьте себе, однажды вы приходите домой, а пастор говорит: «Давайте помолимся за Джека Ко, он сильно заболел». Разумеется, люди начали молиться. Они любили Джека Ко, им нравилась его вера и смелые проповеди. И вдруг, неожиданно, вас извещают о том, что Джек Ко умер. Встает вопрос: почему? Как мог человек в 38 лет, в самом расцвете своего служения, бывший на вершине своей популярности, у которого в Далласе собственная церковь, детский дом, телевизионное радиослужение, книжное служение, служение расширялось, 10 тысяч человек присутствовали на его собрании. Он проводил прекрасные собрания, его карьера обещала быть великолепной. Его жена проповедовала вместе с ним, и его семья была вместе с ним, и вдруг посреди этого он уходит со сцены. Неужели дьявол отнял у него жизнь? Конечно, об этом не принято говорить так, но почему Бог его не исцелил? Это было загадкой для многих. В те годы уже был молодой пророк по имени Кеннет Хейген. Я слышал своими ушами, как он сказал. Бог сказал ему, что Джек Ко не судил себя в трех областях, поэтому Бог убирает его со сцены. В изучаемой нами серии я вижу только двух молодых людей, которых Бог убрал со сцены. Одним из них был Уильям Брэнем, которого Бог убрал со сцены, а также Джек Ко, о котором брат Хейген сказал, что Бог собирается убрать его из-за того, что существует три области в жизни, в которых он не судил себя. Что это за три области? Первое – это недостаток любви по отношению к своим братьям. Его буйный и агрессивный дух. Он не боялся хорошей драки. Но иногда это были не сражения веры, не борьба с неверием, но просто полемические битвы с теми, кто противился ему из-за духа религиозности. Он заводился просто от того, что кто-то с ним был не согласен. Мы всегда имеем людей, в чем-то не согласных с нами, и мы сами не соглашаемся с ними по причине несогласия с нами. Часто бывало, что если вы не согласны с Джеком Ко, вы становитесь его врагом, и противостоите друг другу, и отстаиваете каждую свою позицию. Такое отношение появлялось у него в результате ощущения отверженности, которое он испытывал в раннем детстве. В его жизни не было случая, когда Божий Дух или другой человек помог бы ему освободиться от негативных эмоций, душевных травм или внутренних переживаний, заставлявших внешнего человека реагировать подобным образом на людей, бывших его друзьями, на людей, которые любили его, поддерживали его, всегда были рядом, любили его проповеди, дорожили его дружбой. Второй областью
которая Джеко не мог судить свои поступки, была сфера финансов. Палаточные собрания в то время привлекали много людей, и Бог являл чудеса и свое присутствие. И все следует признаться, что там, где есть чудеса, там будут и деньги. Само собой разумеется, что когда Бог дает помазание проповеднику и благословляет его церковь, туда будут приходить люди, и когда Бог благословляет их, они будут поддерживать Божье Царство, чтобы благословения могли продолжаться и распространяться на людей. Составной частью человеческого мышления является желание быть частью работы, которую совершает Бог. Служение великих исцеляющих евангелистов, финансы занимали большое место, поэтому им часто бросали вызов в том, что они распоряжаются деньгами, как они распоряжаются деньгами, как они собирали деньги и как они расходуют их. Это остается проблемой до сего дня во время духовных пробуждений, когда люди считают, что все делают из-за денег. Моя позиция такова: избегайте пристрастия к деньгам, не злоупотребляйте ими, не считайте их своими собственными, потому что это Божьи деньги, относитесь к ним спокойно, и Бог позаботится о вас и сохранит вас, если вы будете честны. Оставайтесь честны, и Он убережет вас от любых обвинений, домыслов и проблем, с которыми вы можете столкнуться. Ваше честное отношение и праведность сохранит вас. Третьей областью, о которой Бог сказал через брата Хейгена, была сфера правильного питания. Джеко представлял собой человека избыточного веса, который доходил временами до 120 килограмм, а то и больше. С те годы он много ездил в путешествия. Но тогда не было так много мест отдыха по дорогам от города к городу. Джек неправильно питался, и когда он умер, его сердце оказалось изношенным, как у 90-летнего старика из-за избыточного веса, нервного напряжения и давления, под которым он всегда находился. Мы можем многому научиться на его примере и на примере других людей. Вы не должны перегружать свое физическое тело. Вы должны заботиться о своем теле. Вы не можете проповедовать, не имея тела. Вы не можете молиться за больных без тела, а также приобретать новые души без него. Вы должны заботиться о теле, давать ему покой, правильно питать, тренировать и делать все, чтобы тело было крепким и здоровым, чтобы вы могли исполнить в своей жизни все, к чему Бог вас призвал. Позвольте еще раз повторить вам: не важно, как вы начали свою работу, важно, как вы ее закончите. Это навсегда останется в памяти. Это то, о чем люди будут помнить. Я считаю, что Джеко сделал очень много хорошего, но не смог устоять перед некоторыми вещами. Поэтому мы можем учиться на его ошибках и не совершать их в собственной жизни. Но мы не будем совершать эти ошибки, и не будем эти ошибки ставить ему в упрек. Он подает нам хороший пример. Его бесстрашная вера, смелость, которую он служил людям. Его первое чудо произошло, когда он проповедовал однажды вечером, и вдруг сказал: «Завтра слепые глаза увидят свет». На следующий день к нему вышла слепая женщина, и произошло чудо. Он громко воскликнул: «Смотри!» и толкнул ее, и ее глаза открылись. Вначале он увидел какое-то движение, но затем он помолился за нее еще раз. И до самой смерти у нее было зрение 20/20. Для совершения чудес требуется вера и смелость. Пусть служение чудес, которое Бог дал вам, коснется жизни многих людей. Живите праведно и совершайте Божье призвание в своей жизни. Джеко родился 11 марта 1918 года и умер 16 декабря 1956 года.